Приветствую вас, друзья. Ну что, очередная распаковочка. Погнали. Ну и начнем. Давайте, пожалуй, вот с этих двух посылочек. Да, это с двух разных аккаунтов. Пришло одновременно. Опять же, это я в группу скидывал даже два раза. Может, кто не успел, потому что продавалась вещь на один аккаунт. Стоила она 1 рубль. И здесь у нас должна быть просто тряпочка для протирки очков, линз, телефона, чего хочешь. Кстати, она здоровая. Вот это еще логотипа не было, но оно было нарисовано. Да, было розовое и черное. Я не знаю, наверное, две черные взял, да. То есть тряпочка всегда пригодится. Да, это, по сути, как салфетки вот эти сделаны. Такой же структуры. Что-то взяло, ну. Заляпанный. Ох. Стой. Ну, протирает. Себя вижу. Ну и давайте вот эту вот серебряную посылочку откроем. Это у нас опять же, по-моему, последний товар за центы монеты в приложении. Да. В прошлом выпуске у нас были ключница здесь, а здесь чехол попался. Слушай, тут веревка только мне одна пригодится. Чехол, если не подойдет, я его выкину, веревка прикольная. Прям добротный шнурок, да. Это у нас на CG-кам, да. Но моделька была какая-то 9 с чем-то. Я на всякий случай думаю, блин, возьму, а вдруг подойдет на тестю, который ударил камеру, где-то был обзор. Может, кто не видел, да, там CG-к... Как она? CG-G4000 или AR4000. Можете вот здесь посмотреть. Попробуем, примерим, а вдруг подойдет. Мало ли там. Какая-никакая будет защита, да. Но вообще, если не подойдет, я себе шнурок по-любому заберу за 1 рубль. Шикарно. Ну а стоит это удовольствие сейчас 473 рубля. Так, все, разобрались. Поехали, лови момент. Давай, вот это вот. На очереди будет. Опять же, как ловлю я, можете посмотреть. Вот здесь будет ссылочка на ролик. А поймали мы... Что мы поймали? Сейчас мы... Раз. Во! Гель Profit 7 мл Color. Что-то там было описание, да, это... А, вот оно, нет. Reinforce. Я не знаю, что такое, но у меня есть кто занимается ногтями, и это дело можно будет задарить, загнать, как сказать. Слушай, ну, может, это типа... Как есть топ это, да, когда покрывают гель, а есть еще это, база, наверное, да. Может, что-то с этой серии типа базы. Сначала нанес, она подсохла, потом гель нанес, она подсохла, еще гель нанес, блески добавил. И потом еще топом закрыл это все дело. Короче, там целая процедура, если что. Короче, ну, ценник 131 рубль. Взял дешевле. Пойдет, да? И вторая посылочка у нас тоже серии для ногтей. Прям было как-то неделя, наверное, на ловим моменте чисто по ногтям. Опять же, вот эти штук было точно много, они были различные, у нас уже в какой-то распаковке была бензинового цвета. Кто-то мне, Денис, писал, что это для глин, для гончаров. Блин, не, это все, ребят, для ногтей, я единственно расстроен, я думал, картинки ж маленькие, быстро, я думал, там будет для кутикул. Ну, рогатка такая, я бы себе оставил. Здесь, опять же, у нас вот такая была штука, да, вот, точно, она острая. Кстати, жене отдал, она сказала, хорошая вещь. Довольно-таки остро убирать вот эти все росты. Да, это, как я говорил, это вот так вот подгонять. И вот такой еще инструмент. Вот это, скорее всего, даже вот так, что-то их там... А, это нашу кутикулу, наверное, подорвать, потом срезать. Вот эта штука может как-то отгребсти. Короче, это набор инквизитора, блин, для ногтей. Сделано неплохо, куда-то выкинул. Стоит это 291 рубль. Вот именно вот, вот это в коробочке. Там посылки будут различных лопаток этих всяких. И с коробочкой, и без, и дешевле, и дороже. Так что смотрите, если кому интересно. Вдруг увлечешься ногтями, я же не знаю. Так, а мы поехали дальше. Все. По ногтям прошли. Еще там, еще да приходят посылки, да распакуем. Следующее. Давай, это у нас, кстати. Не понял. Слушай, он еще и подарок положил. Обалденно. Да, он извинялся, писал, что носки кончились, которые я выбирал. Это, может, по-моему, Бэтмена выбирал. Не помню, или новогодние.
Это было в прошлом выпуске, костюмчик видели, да? Я на два аккаунта взял, купоны были хорошие. Ну, опять же, в группу скидывал. На одном взял костюмчик, а на другом вот эти вот... Сколько тут пар? Раз, два, три. Четыре пары, да? Да, четыре пары носков за 50 с чем-то рублей. И еще нам видно за то, что другой цвет положил губку для мытья собак. Но вот это вообще прям будет шикарно. Прикольно. Опять же, ссылку оставлю на носки. Сейчас не знаю, сколько стоит. Ой, скорее... Да, тут, кстати, все вот это прорезинисто. Не знаю. Просто был опыт с котами. Мы как-то брали специально от Софи, потому что ноги мерзли. Коты в носках не ходят. Не знаю, как собаки. Если получится, я это дело сниму. Но не получится, потому что карли у нас даже подстричь ногти – это проблема. Малой еще более податливый. А вот постарше она вредная. Она может огрызаться, рычать, кидаться. И, короче, когда что-то не нравится, извини меня. Ну, опять же, это все дело потихоньку, через мармеладки какие-то там все делается. Ладно, ребят, если будет, ставлю, конечно. Так, ну что, друзья, короче, о мелкому одели, но они чуть-чуть на него великоватые. Да, это больше на старшую подходит. Ну, там тяжело было одевать, чтобы показать. Опускаем, смотрим. Кстати, качество носков хорошее. Тянутся отлично. Ходим мы пока безобразно. Нормально. Нормально ходит? Да. Ну, по крайней мере, коты... Да, 12 движений не меняют. Да, у котов у нас была лунная походка, когда брали носочки. Ну, сейчас. Ну, надо бежать. Молодец, Карлюш, уходи. А, там витаминку давали Карли. Да, витаминочку. Да, витаминочку. Короче, в принципе, не мешают они ему. Мелочь разобрали, поехали покрупнее товары. А, это тоже будет у нас сладкий момент. Точно, да. Это было давненько. Посылка, во-первых, шла чуть-чуть долговато. Может, нет. И в итоге я ее задержал, потому что шли подобные товары, которые будем сразу все тестировать в одном ролике. То есть, как бы так, концовку более тематическую сделать по гаджетам. В основном это все будет с компьютером связано. Смотри, как молодец положил. Есть у нас транспортировочная, родная. Единственное, ребят, да, поймал за столько. Это мышка, да, беспроводная. Стоит она сейчас 791 рубль. У него есть три модели, три версии. То есть, это... Радиомышь 2,4 Гц, или как там ее правильно обозвать, средняя, потому что это обновленная версия, то есть она на аккумуляторе заряжается, и должна быть у нас индикация какая-то. На обычно этого нету, и еще есть у него с Bluetooth. Я ему писал после того, как поймал, типа, давай доплачу, вышли с Bluetooth. Не пошел он на уступки, прислал вот так, куда это дело, разряженное в хлам, что ли. Первый косяк, это очень тяжело, туго втыкается, блин, адаптер этот. Прям сила его, что, ну прям вдавливаешь. Это одно, если трогать не будем, то в принципе и не беда, да. А если я с собой ноутбук всегда ношу, как бы, не знаю, посмотрим, если в рюкзаке мешать не будет, то пусть и стоит. То есть, выдернуть его, это прям усилие надо. Так. Не знаю, там что видно, есть... Ну, проверяем. Адаптер он, в принципе, нашел. Загорел. Возможно, мелким током, да, потому что здесь у нас 500 мА написано. Батарейка. Просто проток зарядки, ничего не написано. Три режима по скорости, это 1000, 1200, 1600 dpi, да. Ну, пока горит сейчас все три, да. Работает, работает. Не знаю. Мышку видно? Плохо видно. Сейчас сюда поближе, экран так. То есть все, DPI переключается от медленного, ну, вот средний, самый нормальный. По клавишам, ребят, давай закрою. То есть они, я сейчас возле петлички, тихо, провод. Они очень мягкие. То есть можно сказать, бесшумные клавиши. По расположению руки чуть-чуть непривычно, да, потому что вот этот безымянный палец у нас ложится, здесь специально как ложбинка для него есть. Так, в целом неплохо, да, по, как это назвать, винилу ездит нормально, по коврику еще лучше. Попробуем, брал специально для работы, там у нас лакированный стол, типа, ну, МДФ-ка или как-то. Просто по клавишам, чтобы понимали, так звучит моя мышка, а так звучит это. Клавиши приятные, все отлично.
Опять же, время, сейчас будет немножко этот ролик затянется, да, я похожу, потаскаю, если что, я допишу, сколько там батарея продержалась, там, то все, по часам постараюсь, если что, засечь. Да, опять же, сейчас она разрядится, я поставлю ее на зарядку полную, посмотрю, будет ли этот, если что, тестер также сфотографирую. Возможно, она медленно так и заряжается, я что-то подумал, что не работает уже, думал, сейчас придется разбирать и что-то самому докручивать. Колесико. Колесо работает отлично, в принципе, при нажатии открывает новые вкладки, все хорошо. Пока вроде бы все нравится, претензий нету. Опять же, сейчас немножко погоняю, проверим и уже сделать можно выводы. Ну что, ребят, короче, погорячился я немного, да, то, что я вам покажу, как зарядку, не зарядку. 2 недели практически без пару дней прошло, да, как индикатор светит все три, так и светит. Вообще, по как-то ресурсоемкости, да, за глаза хватает, оно причем в автономный режим через минуту, если бездействие, сама выходит, если мы ноутбук, допустим, закрыли, аккумуляторы сами тоже тухнут. О. То есть, прям отлично, я доволен мышкой полностью, единственное, да, что могу только сказать, ну, пластики эти уже пошкарябались, это просто по обычному столу возил без коврика. Да, марка, не спорю, собирает отпечатки, жирные руки, вот это все. Если что, придется протирать. Еще, может, в недостаток это скроллинг колеса, да, и вот по звуку, если вот, сейчас, подожди, включу главную, чтобы покрутить. Как будто проскок идет, не знаю, это... Короче, если быстро крутить, колесо как будто... Но, опять же, на прокрутку это никак не влияет. Все отлично, все прокручивает. Так что мышкой полностью доволен, да, автономности есть, за глаза хватает. На долгие-долгие, наверное, это. Я просто поговорил, говорит, может и месяц быть спокойно. Такие мышки. Так что, ну, увы, я не смогу просто временем даже это проверить. Ну, мышь зачетная, да, это уже, наверное, все показывал, что тихо-тихо, удобно. Вот пользуюсь, как ту выкинул проводную постоянно с ноутбуком. Так что в целом могу, да, посоветовать, кто присматривает, прикольная мышка, рука привыкла, все отлично. То есть поначалу было, может, это непривычно. Игры играл, для серфинга тоже с головой хватает. В принципе, все, наверное, тут больше добавить нечего. Следующая посылка у нас тоже идет к ноутбуку. Открываем, смотрим. Также это будем проверять. Как это дело приходит, а приходит это вот еще разбитое. Эту сторонку. Бля, тут шутеры нарисованы. Так. Короче. Можно сказать, мини-клавиатура, да? Для игр. Ребят, специально брал для того, чтобы на работу брать. Нет-нет, есть свободное время, можно позалипать. Я прихожу чуть раньше, чем надо. И я просто сейчас играю, да, там в игрушку, там, короче, зомбаков валишь. Я переживаю за эту клавиатуру, потому что бывают моменты, когда там давишь, прыгаешь, стреляешь, убегаешь, вот это вот. Я так подумал, блин, поставлю вот такую фигуню. Во-первых, я и... Сам компьютер могу пододвинуть впритык, да, к столу, то есть у меня вот монитор перед глазами. Так бы как бы неудобно сидеть, тут рука, надо куда-то отъезжать. То есть взял вот это поставил. Пожалуйста, сейчас, опять же, давай ножик закроем. Длина кабеля прилично уже вижу. Блин, ну когда заказывал, конечно, ссылку скидывал, писали дорого, но я брал с купонами, она мне, в принципе, обходилась более-менее, но... Сейчас почти в 2 раза дешевле. Если бы я и с купонами купил бы сейчас, это бы дело вообще было прекрасно. Так. Ну, ссылочку оставлю. Вот на данный момент, по-моему, рублей 600 с чем-то стоит. Ага, теперь у нас мышка надо распределиться. Ладно, это потом уже переставлю. Что хочу проверить? Во-первых, есть какая-то подсветка RGB, да? Скорее всего, функционалом она включается-выключается. Клавиша FN.
Просто больше никаких, я смотрю, настроек тут не вижу. Компьютер, кстати, определил, нет? Текст. Да, печатает, но опять же, здесь не все буквы, и стирать здесь нечем. Сейчас похожу, попользуюсь. Во-первых, сбиваются ли настройки, меня интересует, да? То есть я подострою сейчас под игру, там где-то присесть, где-то что-то как-то, то есть переменю. И потом просто через день я приду, допустим, отключил, подключил, остается ли это все сохранено или нет, мне вот это интересует. Но, по сути, я не знаю, должно быть удобно. Давайте ради интереса сейчас запустим. Так, ну что, запустил игру, да, в принципе. Не знаю, там видно, не видно в камеру будет. Смотрим. Так, мышка прыгает. Все отлично. Теперь немножко... Ну, кстати, ну это получше, чем вот это я сижу. Вот, во-первых, здесь и шаг поменьше на клавиатуре от ноутбука. Пошли на улицу, глянем. Угу. Еще бы вспомнить. Так, активировать, допустим, ловушку. Это было М. Надо привыкнуть, что... Ну, это получается В. Да. То есть все срабатывает. Спринт бежать. Угу. Слушай, ну все. Присесть. Не С. Оба, пошел. Пошел Санек без патронов. Так, перезарядка R. Нет. Е нога. Т фонарь, ну, в принципе, все правильно. Единственное... А, перезаряжать просто нечего, ребят. А уйди, братан. Видишь, у меня... Где вся оружка? О. Работает, ладно. Слушай, ну, не. Все отлично, по сути... Настраивать не надо, но, блин, под эту игру не надо, под другую. Да, Escape, все работает. Ну, по сути, у нас даже разрисовано, да, тап это рюкзак, капс это карта, контур присесть, С присесть, то есть выбираешь уже прыжок, лечь. X это куда-то выход, да? B, V, V взять. Кстати, а под чё раскладка? F, G. G граната в основном, R перезарядка, все правильно. E действие, Q... А, то есть F бывает действие, E бывает выглядывать влево-вправо, Q... Т взять, опять же, оружие. И еще вспомогательные. Скорее всего, вот это можно настроить под что-то. FN. Ну, в целом, блин, как цена сейчас ей, да, 600 рублей. Нормалек, я думаю. Для такого дела переносного не сильно громоздкая. Кинул, если, говорю, опять же, просто, может, кто привык играть на ноутбуке, мне немножко неудобно доставлять дискомфорт. Это вот сидишь, во-первых, надо выдвинуть, потому что рука у меня на стол легла. Да? Так-то я подвинул, а эту штуку я могу выдвинуть, куда мне надо удобно. Там рука лежит, и все, я. Ладно, ребят, давайте, короче, правда, это время не проверим. Я уже чуть-чуть дополню, скорее всего, расскажу, может, что-то, какие-то нюансы, что-то может где-то вылезет, где-то посыпется, треснет или еще более чего, найду, увижу, расскажу. Смотрим. Ну что, ребят, могу дополнить, да? Протаскал практически 2 недели, да? Все отлично, проблем нету. Для шутера кнопок с головой хватило, да? Как же я правильно сказал? Вот это все можно запрограммировать. Не знаю, что там ляпнул, слетает, не слетает. Мы же в игре программу вносим, то есть кнопку запомнил, она будет... В игре так и стоит, пока мы уже не уберем. То есть хорошо одно еще, да, если нам надо что-то напечатать, можно ее не отключая, ноутбук, в принципе, клавиатура работает дальше, несмотря на то, что это как отдельное устройство подключенное. Возможно, да, клавиш не хватит для каких-то там RPG, типа стратегии или что там, где, не знаю, да, много-много кнопок надо. Ну, я, в принципе, с этим не сталкивался. Для гонок с головой, вперед-назад, там, азот, заднюю, я не знаю,
Для шутера тоже вполне хватает. По качеству, да, я уже, наверное, повторюсь, своих 600 рублей однозначно стоит. В рюкзак кинул, ничего не случилось. Кнопки не повылетали, все отзывчиво. Подсветка не нравится, вообще выключили. В принципе, тут тоже все, такого больше дополнить нечего. Работает, нигде ничего не залипает. Все отлично. Ну и последняя посылочка на сегодня. Так сказать, наверное, босс, да? Хотя у нас сегодня получается будет, грубо говоря, все последние товары с этим, с временем на попробовать. Потому что это тоже будет то же самое. Сейчас мы просто внешне посмотрим. Я погоняю, посмотрю, что как, и уже потом доделаю этот, можно сказать, обзор. Как ты открываешься вообще? Что за... Не, ну охота. Раз. Какая-то странная. Слушай, тут рвется. А, ну, скорее всего, там какой-то хлястик был. Ну, давай. Заодно нож наш почистим от этого, от скотча. Так, вот так дело приходит. Опять же, коробка почему-то Хоко. Я уже подозреваю, что это или дочерняя компания Хоко, да? Или наоборот, потому что нам уже приходило от этой фирмы. Кто может помнить, да? Ацефаз, да, это мы в машину ставили держатель для телефона. Обалденный держатель. Жена довольная. Держит отлично. И была у нас эта штука, скажи мне, по зарядка. Зарядкой-то, кстати, не пользуемся, в принципе, не пригодилось. Это уйдет на подарок. Так, что мы здесь видим? Наушники, да? Наушники, как сказать, не сильно дешевые. То есть 4 с копеечкой стоят. По заявленным характеристикам, я вот единственное, я смотрел, да, написано 50 часов на 70% громкости, они играют с NFC, и почему-то 35 без нее. Хотя, как по мне, NFC должен жрать больше аккумулятор, потому что там частоты отрезает и прочее, да? Так, что мы еще здесь видим? 40-миллиметровые динамики у нас эти, драйвера, да, или как их называть. Работать должны они по проводу еще, не только Bluetooth. Если зарядка села, провод воткнули, пользуемся. Вот, кстати, здесь фотографии побольше, чем на сайте было. Так, ну, по характеристикам, да, зарядка в 1 ампер. Аккумулятор 500 миллиампер в час, да, то есть они, слушай, ну это как-то странно, вот поэтому мы и проверим, да, если здесь 500 миллиампер в час, то они тогда по факту с 1-амперным током должны заряжаться полчаса, да, если 1 ампер в час заряжает, а у нас тут 500, то есть полчаса зарядки, ну что-то, и работает 50 часов, ладно, это все проверим, погоняем, самому интересно, но это больше, ребят, они как, позиционируются, правильно сказать, да, для такого как переносного, что ли, куда-то ехать, где-то что-то, потому что должен быть кейсик, все как полагается, короче, походный. Как тебя правильно открыть, так сказать, заценим упаковку. Да, кейс есть, все вижу. Memory. У нас типа подушечки с памяти, эффектом памяти по ушам. О, вот такой кофр. Отличная штука. То есть убрал, где-то в сумку, в рюкзак кинул, у тебя наушники под защитой. Поехал где-то в поезде, где там на самолетах летает, как называется, аэропорт. Да, и шуму подавили. Короче, русский язык есть, инструкция, все, информация о батарее, тра-та. Как пользоваться, прочее. Опять, я не люблю, знаете, почему обзоры делать больше всего на наушники? Потому что, как бы, звук я вам не могу показать. Вот только поэтому. Слушай. Но они прям не такие большие. Мягкие, очень мягкие. Да, поэтому они, наверное, так уличные. Вот если просто мои с домашней стороны, да, ну, помассивнее они. Тяжелее эти, полегче. Так, меня больше интересовало, есть металл, это хорошо. Все, металлические направляющие. У меня где-то лежат почти новые наушники, ребят, брал, там 7.1 звук домашний. Но вот эта вот пластиковая зараза здесь, металла не было, они просто сломали крепление на одном ухо. Я там буквально месяца три. Так, а ну да, прикинь, левый, правый, все подписано. На мой чайник уже надо чуть-чуть выдвигать. Слушайте.
Ну, звук отрезает, да, я, как в аквариуме, даже выключенный. Все на шарнирчиках, все хорошо. Зарядка Type-C. Провод сюда. Подожди, по комплектациям, что у нас здесь? То есть зарядник небольшой есть. И провод джек на джек 3.5 есть. В принципе, вполне. Можно использовать также за компьютером, воткнул. Давай к телефону подкинем, не включенные. А, слушай, ну здесь какой-то джек тоненький, что ли. Блин, у меня нигде сравнить нету, нету. Ладно, это я все потом, все недочеты, все, что есть, покажу, расскажу. А, да, слушай. То есть 3.5, а это скорее 2.5, наверное, да? То есть он тоньше? Такой провод еще поискать придется. А я думал, любой воткнул, если что. Не. Опять же, у меня здесь сейчас начнется музыка вся эта. А монетизации все равно нету, да? Не, ну доллар зарабатываю с ролика, ребят. Да? А ну. Слушай, отлично, прям отлично, я тебе скажу. То есть даже по проводу то, что передают басы, вот это вот самолет летит с одного уха в другое. Прям хорошо, мне понравилось. Слушай, все, давайте это я тестирую. Что как? Единственное, мешочек интересно сделанный, да? Если сюда можно что-то кинуть, и сюда еще подложить. А вот так вот. А ну, подожди. Оп. Тоже материал молнии тоже отличный. Все. Пользуюсь и потом рассказываем, смотрим. Ну что, ребят, погонял, послушал, потестировал, попользовался. Что могу теперь рассказать? Давайте начнем с чего начнем. По управлению, да? То есть все классно сделано. У нас чисто правое ухо, все кнопки задействованы на нем. То есть проблем с этим нету. Многофункциональная кнопка включения. Где она? Вот она отдельно. То есть включить-выключить задержка. И потом пауза, play. Просто одним нажатием. Потом здесь у нас, оказывается, три режима есть. Однократно нажимаем, говорит NFC on, NFC off. То есть шумоподавление включено, шумоподавление выключено. И прозрачный режим, оно как-то там... Ну, сейчас я это все включу, прозвучим. А давай что-то тянуть резину. То есть, смотри, нажимаю один раз. ANC mode on. Mode on, то есть NFC включен. Второй раз нажимаем. Всему-то подключилось уже. Так. ANC mode off. То есть выключено. ANC mode on. Включено. Ambient mode. Ambient mode это режим прозрачности. Хорошая штука, кстати. Все здесь отлично работает. То есть... Если мы не... Опять же, если музыку слушаем, все вот эти, да, там, кроме NFC, возможно, чуть-чуть по-другому. Ну, звук не искажает по сравнению, как мои наушники, этот Blue Dio, да? То есть там, когда включаешь NFC, и у тебя частоты сразу как-то играются. Здесь ничего. Проблем с этим нету. То есть, когда ты просто в наушниках находишься, да, одетый на голову, мы сейчас тоже пройдем на улицу, все это протестируем, микрофон запишем, покажу, как сидят, тоже выскажусь. Опять же, если ты включаешь вот этот... режим прозрачности, ты спокойно можешь разговаривать с человеком, ты его слышишь, даже когда у тебя одеты наушники на ушах, да, то есть это включает типа как микрофоны, которые захватывают звук. Ну, опять же, кто владельцы айфонов, наверное, знает, да, у них в наушниках всех этих есть. Ну, я вот пользуюсь этим, ZMI Purpods. Отличная штука, то есть все это срабатывает. Длительным же нажатием... Normal. Обычно ли, ну, то есть проигрывание музыки и... Включение басы вверх. То есть, слушай, ребят, что они творят, когда на максимальных, да? То есть, бас включаешь, у меня аж мочки ушей, да, вибрируют так, что щекотно. Ну, короче, качает
Наушники знатно. Я хотел как-нибудь микрофон засунуть, показать, но тут, видишь, на излом аж надо, чтобы их свести, создать вакуум. Ну и также громкость больше-меньше и длительным нажатием 2 секунды переключения трека. Плюс это переключение вперед, минус это переключение назад. Чему-то они еще ищут, да? Все, отдельным плюсом хотелось, конечно, сказать, что отдельно кабель, да, есть, то есть джек 2,5 на 3,5 я нашел уже двухметровый себе на всякий случай на компьютер. Стоит 200 с чем-то рублей. Просто у меня на тех это сделали Type-C и джек. И плюс не все подходят, они компания продает, чуть ли не полцены наушников стоит. Также по кофру, что я хочу сказать? Вот это, конечно, зря сделали. Я сначала сказал, типа, о, кармашек, классно, нифига. Вот подними ты его до сюда, и было бы великолепно. То есть при открытии это всегда намеревается вот вывалиться просто. Короче, вот этот недочет. Можно было бы эту сетку чуть-чуть длиннее сделать, и было бы вообще супер. По самим наушникам, да, давай по комфорту теперь расскажу. Короче, вчера Сашка решил посмотреть кино. Специально, думаю, там выбрал 2,5 часа фильм. Думаю, все, все будет понятно. Можно в них ли сидеть долго, нельзя. Короче, по Bluetooth с ноутбуком интернет начал бы выделываться, да? Ну, то есть, может, кто знает, да, есть столкновение, когда у тебя работает интернет и Bluetooth одновременно, если 2,4 Гц, то бывают конфликты, интернет просто начинает опадать. Вот такая же беда у меня случилась с ноутбуком. Я специально для этого брал 5-герцовый модем, но он в эту комнату не достает, к сожалению. А репитер у меня только 2,4 переносит. Короче, взял, воткнул кабель, подсоединил, громкость 70, отлично слышно. То есть максимально в них прям это, прям по ушам бьет. Не знаю, долго выдержать можно, потом уже привыкают. Но опять же, это плохо на слух, скорее всего. Короче, суть к тому, что это. Смотрю, давай историю, короче, смотрю кино. Полтора часа смотрю «Бэтмена». Думал, новый включил. Думаю, блин, что-то я уже этот фильм видел. Оказывается, Сашка полтора часа 2012 года смотрел кино. И пытался это. Короче, ребят, ладно, не суть к этому. 3 часа кино посмотрел, еще полчаса нового уже загрузил. 3 часа уши не вспотели, нигде ничто не надавило. То есть были наушники у меня верхушки ушей, да, вот эти хрящики, прям продавливали часа полтора, и потом они немеют. Были наушники, которые на этот, темечко, да, или как оно называется. Ну, короче, ободок давит, тоже неприятно. В этих все четко. Все отлично. Ладно, много разговоров. Ребят, давай, пошли на улицу. Покажу, как это сидит. На голове, да, мы с них давай сделаем вызов, потому что там были нюансы какие. Ну, это все же на улице. И, в принципе, все. Так что, опять же, да, скорее всего, больше это наушники не для дома, а вот для поездок и прочего-прочего. Но я решил, что это будут у меня домашние компьютерные наушники. Плюс есть кофр, да. То есть от тех я, скорее всего, почищу, может, постараюсь что-нибудь на продажу нафиг. Смотрим. Так, ну что, друзья, давайте покажу, как это дело все сидит, да, на голове. Опять же, выбрал обстановку, тут машины проезжают, сейчас позвоним, послушаем, как микрофоны отрабатывают. Типа вот такого, да, эффекта. Ну, сидят они классно, да, опять же, когда выключены, как в аквариуме себя чувствуешь, ну, с режимом проницаемости, да, этого, как я говорил, сейчас включу. 5 сек. Во, я теперь слышу окружающих и свой голос нормально, так что можно не сильно не кричать. Опять же, если это продумано как уличный, да, я не понимаю, вот так я не могу носить, да, или из-за того, что у меня эту шею начинает скукоживать, то есть она мне не по размеру. То есть на голове ладно, да, снял, поставил, но вот так вот на шее носить, ну, не под меня сделано, не знаю. Запасов, в принципе, еще довольно-таки хватает. Опять же, давай сейчас подключим их, позвоним человеку. Что он ездит, смотрит тут? Не видел никогда дурачка с камерой. Так, сейчас проверяю. Все. Музыка пошла. Так, ну опять же, да, 50, даже 50-60 в тихом помещении прекрасно слышно, что у тебя из ушей льется музыка. Давай, наберем человечку. Я просто звонил уже двоим, да, и двое говорят, что как в бочке, неприятно слышно. А с другим человеком, да, я вот общался через WhatsApp и по ВКонтакте. Говорит, отличные микрофоны, вообще качество прикольно, то есть в мессенджерах.
Ну, в мессенджерах я записать не могу, да, да, если ноутбук подключаю, он пишет ноутбук, если телефон, пишет телефон. А вот вызов сейчас проверим. Так, давай найдем сестре, позвоним. Эй. Полгода, наверное, не звонил, не меньше, в апреле звонил. О, запись. О. Вызов пошел, давайте сейчас. Пока окружающие ездят, машины. Алло, малая, привет, сейчас я запись вызова поставлю, мне для съемки надо, хорошо? Сейчас запись вызова поставлю, наушники тестирую для съемки. Так что поговори со мной. Так. Запись идти. Ну-ка, скажи мне, вообще слышно хорошо, нет? Ну, такое себе, если честно. Такой какой-то звук приглушенный. Приглушенный. А вот окружающие машины ездят, слышишь, нет их? Нет, не слышу ничего. То есть только мой голос, да? Подожди, сейчас микрофон и телефон вообще в карман уберу. Ничего не поменялось, да, пишет? Подожди, динамик. Нет, слышно? Все так же, ничего не поменялось. То есть как с бочки немного, да, приглушенная? Ну, такое, прям чуть-чуть. Уже сейчас вроде получше слышно. Но я просто тоже на улице. Ну и что? Ничего страшного. Все дела нормально? Все хорошо? Да, нормально. Короче, понял. Все, спасибо тебе за тест. Подожди еще раз. Машина большая едет. Слышишь ее? Нет. Нет, не слышно. То есть окружающие отсекают. Все, понял, спасибо. Давай, до связи. Так, ну вот так вот, ребят, я вам ставлю кусочек, да, ну, говорит тоже приглушенное. Я не знаю, в чем может быть разница, что в мессенджеры звонишь одно, а по телефону совсем другое. И да, вот эти все режимы, которые есть, они никак не влияют на разговор. Я проверял тоже это все дело. Включал нормал, типа NFC включено, выключено, то есть ничего не меняется. Это только меняется для нас, как мы будем слушать окружающие, да. Ну, в целом, наушнички мне очень понравились, да. Опять же, цена бы еще поменьше, вообще бы красота была. Как-то так вот, ребят. Ну, на этом и все, ребят. Давайте всем спасибо за просмотр. Если не сложно, да, лайк, дизлайк, подписка. Ну, а мы увидимся уже в следующий раз. Пока, очки дать. Всем пока.